зовут Наталья, я мастер студии лазерной эпиляции. Студия находится в поселке Витязево на улице Почтовой, 36. Сегодня хочу рассказать вам про наш аппарат. Наш аппарат очень мощный, диодный. Эффект от аппарата манипула диодная. Эффект от аппарата вы можете увидеть уже после первой процедуры. Процедура происходит комфортно, не больно, никакой боли вы не ощущаете. Комфортное, легкое тепло. Эффект будет выпадение волос от 10 до 30%. На курс нужно примерно 6-8 процедур. Ведется также карточка ваша личная. Сейчас расскажу вам отличия шугаринга, лазерной эпиляции и фотоэпиляции. Если вы делаете фотоэпиляцию, ее нельзя делать летом. Будет моментальный ожог, и от фотоэпиляции сохраняется эффект всего на 2-3 месяца. Если вы делаете шугаринг, вы будете терпеть боль, вы будете привязаны к бритве, к мастеру, вам нужно будет отращивать волосы и делать эпиляцию шугарингом раз в месяц. Эпиляция лазером дает вам более долгосрочный результат. Эффекта хватает на 2-3 года, у некоторых до 5 лет. Если у вас появились врастания от шугаринга или другого вида эпиляции, лазер их пролечит, потому что здесь свет диодный, инфракрасный, он очень хорошо высвечивает пигменты, и буквально к третьей процедуре вы уже избавитесь от пятен, которые оставили вам врастание, и от вросших волос. Цена на наш лазер такая же, как на шугаринг, а эффекта от него хватает намного дольше. В некоторых студиях используют фотоэпилятор и позиционируют его, как будто это диодный лазер. Есть отличия, вы легко можете отличить фотоэпилятор от лазера. Если вам делают эпиляцию и при этом яркие вспышки, это 100% фотоэпилятор. Но стоит знать, его хватает всего на 2-3 месяца эффект от него. От него часто ожоги. И он должен по цене быть намного дешевле, чем эпиляция диодным лазером. Цены на него явно завышены. В нашем салоне действует скидка. На первое посещение минус 50% от любой процедуры в прайсе. Также, если вы стесняетесь или боитесь прийти, вы можете прийти просто на консультацию. У нас есть акция «Первая процедура бесплатные подмышки». Это для того, чтобы вы могли почувствовать эффект, результат на себе, оценить болезненность процедуры. И чаще всего уже после подмышек мы переходим на более крупные зоны. Мы в нашей студии используем лазер последнего поколения. Он очень мощный, настоящий диодник. Настройки подбирает он сам. Мы выставляем пол, мужчина или женщина. Выставляем фототип. У нас 6 фототипов по шкале Фицпатрика, и он сам выставляет настройки. Также он выбирает тип волоса. Можно выбрать и зону, которую мы будем делать. Все, настроечки готовы, все настроено для вас. Наш аппарат имеет инновационную манипулу. Она с диодным излучателем. Диодный излучатель у нас США производства, а охлаждение у нас японское, циркуляционное японское охлаждение. То есть лазер прогревает ваш фолликул вашего волоса до 40 градусов, манипула охлаждает до минус 10. То есть по ощущениям все будет комфортно, вы не будете чувствовать то, что вам горячо, будет комфортное легкое тепло и немножко покалывание. Каждый клиент, приходящий в нашу студию, заполняет информированное согласие, в котором прописаны все противопоказания, все побочные эффекты, которые могут быть от лазерной эпиляции. Если у вас есть какие-то вопросы, вы стесняетесь или боитесь чего-то, что-то недопонимаете, вы всегда можете позвонить, и наш мастер вас поконсультирует по любому вопросу. Я работаю в лазерной эпиляции уже второй год, это мой второй сертификат. Училась в студии LaserLab, отработала там год, а этот сертификат московский. Очень опытный врач, он работает 8 лет в сети клиник московских. И все вопросы, если вам недостаточно будет нашей консультации, также он может вас поконсультировать. Друзья, в общем, я решилась. На самом деле я узнала о Наталье через сарафанное радио. Не поверите, оно работает. В общем, моя девочка по ногтям, Настя, вы все ее знаете, она вот ходит к тебе с какого периода? Ну,
где-то с июля месяца. Вот, то есть она уже реально прочувствовала результат. И вот на последнем визите к Насте я все-таки спросила, есть ли результат и какой. Она рассказала, что это просто в восторге. Я говорю, ну все, я, походу, тоже решилась, давай контакты. И вот мы с тобой списались. Очень понравился подход Наташи, потому что она мне позвонила. Мы с ней обсудили важные вопросы по телефону. То есть я уже, придя сегодня сюда, я знала, как мне надо быть подготовленной, все нюансы. Любая консультация, да. Любой вопрос, днем или ночью звоните. Да, и вот я, собственно, пришла. Я думаю, что вам тоже будет интересно все-таки, даже не прямо сразу, быстрый, мгновенный результат, тем самым будет интересно все-таки спустя время проверить. И да. Ждите, я думаю, следующего визита к Наташе. Это надо делать минимум 5 процедур, да, вот раз без в перерыва. Интервал, да. Да, и вот будем каждый раз освещать, действительно ли есть изменения. Ну, а первые изменения, скорее всего, я уже через 10-12 дней точно увижу и обязательно вам об этом расскажу. Наташа, тебе большое спасибо. Вот что еще понравилось, то, что здесь уютно, комфортно и видно мастерский подход, потому что это не просто я там пришла и, давай мы тебе сделаем. То есть каждое свое действие. Мы не торопясь. На каждого клиента заложено время, чтобы было общение, чтобы ему было все понятно по уходу, по процедуре, как ухаживать до, как после. Все расскажу подробно. И не было у меня вот какого-то момента, а что же она сейчас будет делать? То есть она каждое свое действие аргументировала, спокойно объясняла. И, собственно, не осталось никаких вопросов. Мы будем ждать с нетерпением встречи вновь. А вам желаю бороться с комплексами. На самом деле вообще ничего страшного нет. И абсолютно безболезненная процедура. Единственное, что может быть, это покалывание. Но оно происходит из-за чего? Из-за нагрева фолликула. Да, так что это абсолютно естественный процесс и нормальный. Ну, а с вами была Светлана и Наталья. Ждем вас в гости. Приходите, адрес напишу под видео. До новых встреч.